Нихао, уважаемые подписчики, у нас сегодня первое выездное интервью. Мы в Китае. Не знаю, передают ли камеры всю ту красотищу, что здесь творится, но это просто вау. Ну что ж, дорогие друзья, у нас сегодня распаковка Александра Зубарева. Можете, пожалуйста, перевести ему, что если он с такой надменной рожей будет сидеть, то у нас не получится интервью? Можете перевести ему, что я все понимаю. А, Саш, я просил просто передать вам, чтобы вы более доброе лицо сделали. Не надо, я все понимаю, можешь говорить.